Приветствую, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно общаться. Как правильно, в смысле, как получать лучшую реакцию, как лучше доносить свои мысли до других людей, даже если вам иногда приходится говорить неприятные вещи. Итак, два основных принципа коммуникации. Два. Первое – это говорить о фактах, и второе – это говорить о себе. И эти принципы очень тесно связаны. Что значит говорить о фактах? То есть это значит говорить о поведении. Особенно если мы хотим донести нашему собеседнику что-то, партнеру, ребенку, сотруднику, совершенно неважно, кто это будет. То есть про другого человека мы говорим о поведении. Ты сделал, ты сделала. Да? Вот это факт. И говорить о себе. То есть говорить о себе, это означает принимать на себя ответственность. Особенно за свои переживания. То есть я в ответ на то, что ты сделал, чувствую себя так-то и так-то. Например, когда ты опоздал, я расстроился. Да? Вот это факты, да? Вот это о себе. И теперь давайте сравним это, как обычно говорят. Ты меня расстроил. Что получается в такой форме обращения? Мы ответственность за свое переживание перекладываем на нашего собеседника. Даже если человек это не понимает сознательно, бессознательно он все равно это воспринимает и начинает против этого сопротивляться. То есть не каждому нравится роль быть ответственным за чувства своего собеседника, партнера. И многие люди пытаются от этого отказаться, напряжение растет. Поэтому самая такая безопасная, самая комфортная и приемлемая форма – это говорить, да, про поведение, про чувства, про свои. Вы можете спросить, ну а разве нельзя сказать про другого человека, про его чувства? Можно, если вы уверены, что очень точно все откалибровали. Потому что может быть такая ситуация, когда мы скажем, допустим, а чего ты злишься? Человек не хочет признавать свою эмоцию. Он может возмутиться на это. Да? С чего ты взял, что я злюсь? Нет, ничего подобного. Поэтому два принципа, да? Самые основные принципы. Факты, да? И говорить о себе. И в следующих видео мы продолжим эту тему. А на данный момент все. Пока.